Курица в сливочно-грибном соусе. Это простое и очень вкусное блюдо, которое трудно испортить. Всегда получается отменно. Вкуснее всего его готовить из куриных бедрышек, но можно, конечно, взять и другие части курицы. Сегодня я взяла 4 бедра и 2 грудки. Конечно, промыла и промокнула салфеткой. Солим, перчим по вкусу. Посыпаем сухим чесноком и паприкой. В общем-то, можно взять любую приправу или травы, которую вы любите. Таким образом, блюдо можно разнообразить. В зависимости от специй у него будет разный вкус и запах. Втираем специи в мясо. Вторую сторону также солим, перчим, посыпаем чесноком и паприкой и втираем в мясо. Нарежем 300 грамм шампиньонов. Чеснок мелко порубим. Измельчим небольшой пучок петрушки. На разогретую сковороду кладем небольшой кусочек сливочного масла и выкладываем курицу. Обжариваем на сильном огне до румяной корочки, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Наша задача не полностью приготовить ее на сковороде, а просто придать золотистую корочку. Когда вторая сторона подрумянится, перекладываем в форму для запекания и отправляем доготавливаться в разогретую духовку 180-200 градусов на 25-30 минут. Если вы делаете только из грудки, то после обжаривания залейте ее готовым соусом и отправьте в духовку минут на 15. Так она не будет сухой. Грудка готовится очень быстро. На ту же сковороду выкладываем грибы и обжариваем на средне-сильном огне, периодически помешивая. Когда грибы хорошо подрумянятся, а жидкость выпарится, можно посолить, добавить чеснок. Огонь убавьте. Где-то через минуту вливаем 200 мл сливок 20% жирности. Доводим до кипения, но сильно кипеть они не должны. Если соус покажется вам густым и жирным, можно разбавить его горячей водой. Добавляем перец по вкусу и примерно 3 столовые ложки тертого пармезана. Перемешиваем, посыпаем половиной петрушки. Готовую курицу поливаем соусом и посыпаем оставшейся петрушкой. Подавайте ее с вашим любимым гарниром. Обязательно попробуйте приготовить, а детали этого рецепта в описании под видео.